Приветствую всех на своем канале, я Авро, и мы продолжаем прохождение Call of Duty 2. В прошлой серии мы прошли вот этот вот тигр, довольно-таки сложная глава вроде как была, но сейчас у нас коробочка, что тут у нас? Захватите немецкий полевой штаб, затем отразите вражеские контратаки. Как я уже говорил, защита и всякие сопровождения и тому подобное, довезите груз, ценности и сохранности. Это очень херовые задания, потому что они сложны. Да. Намного проще просто захватывать какие-то хрени, потому что ты как бы знаешь, что ты это захватишь, и больше этой цели не будет. Так. Блин, я забыл то, что здесь шифтовать нельзя. Поговорите с капитаном Прайсом в безопасном месте. Хорошо, капитан Прайс. Опять тут он нам что-то приготовил. Прошу серию, я его не любил, потому что он дебил. Меня взбесил очень сильно. Где ты, слышь? Пидор. А, мне надо было этого мудака убить. Тихо. Не надо подыхать пока что. Чё за дичь? Это что, засада, что ли? Почему мне никто не сказал, никто не предупредил? А, Прайс, пидор. Ладно, ладно, ладно. И без вас справимся. Так. Я МакГрегор? А, нет. Я не МакГрегор. Я уже не помню, к сожалению, кто я в этой игре. Так. Снимем этого челика. Блять, кто там? Пидора. Пидорас. Чем по шапке дадим, чтоб не выпендрился. Что-то особо попасть не получается. Ну, вроде бы сдох. Хз. Так. Блять, это наш сдох, что ли? Надо рошануть их по-быстренькому, потому что это очень долго будет сейчас идти. Там тем более какая-то бочка есть. Сейчас рванет. Отлично. Так. Здорово. Все, до свидания. Так, мне надо другую оружку взять. На замену вот этой вот пуколки. Ой, здрасте. Да. Индикатор не исчезал. Граната, я не знаю, что с ним было. О, еще чувачок. Блин. Они что с собой только по одной оружке таскают? А так это наш? Эй. Во. Вот это наш чувак. Карк 98К. Или как там, кар. Ну, и все равно на него. В принципе. Так. Наши чувачелики идут. Опа. На хэтку. Думаю, гранату кинуть просто туда. А, нам тоже в ответку кинули. Так, что-то прям активно на них иду. Хопа. Чпоник. Все готово, нет? Минометные расчеты какие-то уничтожить надо. Проблема в том, что меня сейчас какой-нибудь херней прибьет, который летит. Так, тихо-тихо. Опасно его. Проще с этой отшмаляться подольше, но зато убить чела, чем потом по одной пуле в них стрелять. Как-то быстро перемещается тварь такая. Пес. Тихо. Вот так вот. Проблема не в том, что я долго целюсь, а в том, что я их не могу сразу увидеть. Блин, это... Да, ты пидор, что ли? Вообще охерел. У
Меня со всех сторон шмаляют. Че, я еще тебя прикрывать буду? Делать нехер. Сразу, я думаю, справа пойти. Ты меня в прошлый раз заубил. Вообще козлина охерел. У них вроде бочка есть. А, вот какие-то бочки. А там какая-то красная фигня, это не бочка, что ли? Ладно. А, наши уже здесь, значит, да? Что-то их присутствие вообще не чувствуется. Тихо. Чё за отстой? Почему мне так много хп сняли? Что я не поняла? Что за тут херня? Блин, вот... Видите, я его даже не видел. Вот в чем проблема. Надо как-то быстро у них стрелять. Пока они в тебя не шмальнули. Так, ну один, вроде как, какой-то минометный расчет мы захватили. Какое-то название сложное. Мне кажется и чувствуется, что меня сейчас убьют. Надо вот этого офицера сразу прикончить, как из первой части мы знаем. Они дают команды и призывают новых ботов. Так, это я где? Это какой-то... А, я понял, где я. Так. Тварь. Я его даже увидеть не успеваю, он уже меня шмаляет. Ладно. Попробуем в него зажать. Хорошо, отлично получилось. Так, взорвем вот эти бочки, чтобы побыстрее их примочить. Сзади наши, где вы были? Как же они бесят. Ладно. Ты за меня убил, козлина, в прошлый раз. Быстро с рук тебе не сойдет это. Как вы здесь оказались вообще? По-моему, отрикошетила еще одну. Так, я лучше со второго этажа почищу вот это здание немножечко. Или оно почищено. Да и лучше с этого этажа этих примочить здесь. Потому что очень удобно. Опа. Что тут ползет, козлина? Приныкался, а? Отлично, отступаем назад, я так понял, да? Как мы мимо него вообще прошли, не понял. Мы же вроде захватывали все тут. Ладно. В принципе, здание не такое большое. Сколько здесь? А, видимо, я понял. Все, отлично. Так, бежим к стенке, потому что здесь удобней. Так, это наше, нет? Что-то не похоже. Просто зажимаем, и они кончаются. В принципе, ничего сложного, но немного неприятно с того, что они не с первой пули подыхают, а не со второй даже. Опа. Ты куда там меня скидаешь, такая козлина такая? Лови в ответку. А, ты чё, блин? Не прикрываешь-то. Чё стреляют там косоруки, короче, качкорукий. Чел этот. Блин, херово. Не граната, так пуля. А, меня гранат убил. Блин, какой-то жопе, да? Ну да. Сейчас попробуем гранатки туда кинуть. Потому что эти мудаки сейчас допекут. Блин, чё, нету больше? Вот это, походу, самое сложное осталось, потому что... пидорги вообще разошлись и не дают нам ничего сделать. Ну-ка. На этом ничего не вижу. О, здрасте.
Ой. Извиняюсь. За столь ранний визит к тебе. Блин, гранаты я не подобрал, да, за это время еще. Блин, как обычно, никто влево не смотрит. Я за всем почему-то успеваю наблюдать. Давай. Ага, сраная граната. Ой. Все, я готов идти. Где-то здесь сейф должен быть 100%. Нет, что ли? Этот пулеметчик меня задрал. О, так много. Блин, что-то неохота вылезать даже. Блотнем немножечко. Надо подумать, что с ними делать. Так, ну в принципе здесь я в безопасности. Могу в обе стороны открывать огонь, если успею. Просто они бесперестанно в меня стреляют, и не успеваю даже среагировать, я не. А еще сложнее их увидеть там. Блин, ты задолбал. Пухи вообще не варик. Отлично. Ох, там их еще сколько их. О-о-о-о-о-о. Так. Куда побежал? За пулемет садится тварь. Так, я думаю, пока что можно вот так сделать, в принципе. Но наши сыкуны не хотят идти. Сами же меня кинули. Или нет? Да, вот это напряжно немножко. Просто я могу в любой момент из какой-нибудь херни сдохнуть, потому что, ну, я не знаю. Угорать. Так, так, бежим сюда. В принципе, я никого не вижу. А, нет, вижу. Уже не вижу. Так, сейчас давайте зарашим это здание. Чуть подвосстановимся. Тварь. Да, бог кидок гранат. Все равно кого-то даже убью этим. Конечно же, я их один гранатами всех убил. Вот еще подвал у них есть, нихера себе. нам сюда? Хорошо. Или наверх, или куда? И никто ничего не сказал. Что делать? Ко мне, парни, сюда! Блять, еблан. Где эта кухня? Снизу, что ли? Нихера его нет тут. А вот. Ну да. Почему бы и нет? Ну, это-то изи, вы чё? Я сейчас просто где-нибудь зашкерюсь в подвале, например. Потому что здесь проще всего отбиваться. Если только они сзади меня не будут прикрывать, то это будет печально. Пусть время тикает, в принципе, мне похуй. Так, ну, блин.
такое себе. В принципе, мне похуй на своих чуваков. Пусть сами отбиваются. Мы же не команда, я их не знаю. Здрасте. Ой, как больно. Да нахер надо? Пока ко мне сами не придут, я ничего делать не буду. Тем более у нас игра сохранилась. Либо оттуда, либо отсюда пойдут. Тем более у них не настолько реакция жесткая, чтобы меня как-то пришпендохать. Они даже сюда не идут. Вообще имбовая позиция. Да, немного скучновато, конечно, но я лучше немного поскучаю, чем поподыхаю. Та-пам-парам-парапам. Хорошо. О, чувак. Пока ты сам не вылезешь, они не придут. Тихо-тихо. Что-то жестко началось. Всякая херня. О, игра каждую минуту сохраняется, получается. Вот они стреляют в меня. Надеюсь, они не смогут в меня попасть. Потому что заходить они не торопятся явно. Свалите нахер. Я вас не звал. Вы кто такие? Моя хата. Никого не пущу. Реально через окно пробивается. Моя хатка. Ощущение, как в то время все медленнее и медленнее идет. Я не знаю почему. Но игра так сама решает. Блин, что так долго-то? Подождем лучше первую. Дичь, когда пройдет. Ну, я готов. Вы что, вообще никого не убили, что ли? Чё я тут мочить их еще должен? Где ваше орудие? Ой-ой-ой. Так. Где ваша херня? Охренеть можно, сколько вас тут. Где ваше подкрепление-то, ё-моё? Они вообще кончаются? Надеюсь, что да. Так, это наш. А где боеприпасы? А хрен его знает. Походу спиздили. Да. Только один вариант. Вы мне дайте, чем уничтожать его. Я его уничтожу. Где? Что за подстава? Ну что, пулеметом его уничтожать? Бред. Вообще дичь. Ну где-то снизу, значит. Оу. Какие опасные у нас тут. Всякие. Да, блин, меня просто окружили. Зажали. Ну, хорошо, мы их сами зажмем. Нахер вас. Ё-моё. Реально никого не убили.
Где оно? Может, какой-то баг? Чем я его убивать должен? Не, ну это бред. Какой-то стены говорит. Возможно, я настолько тупой, что не вижу просто его нигде. Как-то он штиль-гранат называется, или как он? Хер пойми. Дымовуху случайно кинул, что поделать. Возможно, к нему надо подобраться как-то. А это просто типа, ну, оборона. Возможно, так и есть. Даже так я и думаю, то есть уверен, что так и есть. Надо как-то его... к нему поближе подойти, что ли. Сейчас взорвется и попрем. Ну да, тут надо в упор к нему подойти. Он было сразу так и сделать. Что-то я по привычке нажал. Говорю же, GTA 5 прохожу на 100%, точнее уже прошел. Да. Ты что, охерел такие вещи говорить? Я вот за вас жопу рвал, а вы такие вещи говорите. И сами нихера не делали. Одна из легких глав на самом деле была. Я вообще не переживал особо, здесь не напрягался. Только вот с последним танком какая-то херня произошла. Потому что я тупой. Ну а чё они два индикатора тут поставили? Как я мог сообразить? Ну или написали бы, не уничтожили танк Тигра. Установите взрывчатку и взорвите танк Тигра, типа того. Хорошо. Прошли мы британскую кампанию, теперь у нас США. Соединенные Штаты Америки остались. Ну, судя по флагу. Хорошо. Бритва за Point Duhok. Уничтожьте береговые орудия и захватите бункер противника. В принципе, здесь у нас 3 штучки, здесь, наверное, 4, и будет тоже 4, там 2 подряд. Или нет, или я не знаю. Короче, хз. Но я думаю, здесь немного осталось у нас, да. Поэтому давайте на этом закончим. Спасибо, что смотрели, ставьте лайки, если вам понравилось, можете подписаться на канал. Всем до встречи в следующих сериях, всем пока.